нонсенс. Щука не лезет, поперек становится и все. Это вот ты ее. Вау! Вот это крокодил! На штанах такие торосы, вообще жесть. Все это обледенело, пока сверлил. Сейчас пока все тает, пока все высохнет. Ого-го. Всем доброго утра. Так, сегодня у нас на завтрак. Будут готовиться пельмени. Но для того, чтобы их сварить, надо их отколупать. Вот с этого огромного куска пельменя. О, у меня уже кипит водица для пельменей. Закидаем пельменную. Опа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У нас сварились долгожданные. Накладываем в тарелочку. О, какие же они. Ингредиенты. Майонез. Обязательно рябу надо использовать. Иначе будет невкусно. А также сюда горчичку. Тишнит оно лучше. Все перемешиваем. Ой, завтрак у нас. Прям богатырский ешкин кот. Время сборов. Вперед. Эту шапку. Резиновые перчатки. Погнали. Так, живчиков загружаем, потому что они тоже нам необходимы. Так, берем маленьких по-любому. Так, колбасиков берем больших. А мелочевочку тоже возьмем. Так, кто у нас тут колбасики? Раз, два. Так, так, так. Значит, так, все эти малышам кислорода напускали. Вперед рыбачить. Приехали гости, наконец-таки. Теперь я не один буду в избе. Ох, сейчас мы поедем на рыбалку. Наступило доброе утро, рыбацкое утро, рыбацкие будни. Начинаем зачистку лунок после мерзлого дня. Сейчас мы начинаем зачистку, ну и заодно на закрытые жерлицы сейчас может быть кто-то пойматься, поэтому у нас все идет по плану. По-любому.
Что-то тут большое, большого подцепило, а его коцали и так и не докоцали. Поставим другого. Так, следующее. Такой хитрый. Опа. Есть, друзья? Борется вообще. О, хорошая, друзья. Хорошая идет. О, хорошенькая. Хорошая троечка. Ух, как она. Красавица, вы мои прелести. Боролась и доборолась. Есть контакт. Сразу ее усыпим. И вытащим крючок. Это вот она первая стащила у меня. Решила попытать удачу второй раз. Да не тут-то было. Пасть открой. А, ну хорошо зацепилась. Поэтому я ее так смело тянул. Фух. Есть такое дело. Первый утренний адреналин нового дня. Первые утренние рыбалки нового дня. Живчика. Чуть-чуть выше плавничка. Опа. По крайней мере, так делаю я. И поэтому у меня хорошие поклевочки. И опускаем на дно. Все, ловись, рыбка. Друзья, смотрите, что творится. Я только ее поставил. Мотает прям. Наверное, в кувшинке затащила. Ну, все, наелась. По-моему, да, вот эта жерлица у меня. Я ее менял. Она у меня оторвала всю леску. Ну, давай, ням-ням. 5 секунд ждем. Опа! Есть! Есть, сидит у нас. Сидит у нас. Ух ты, какая. Да это что-то. Отдай. Не твое. Вот так. Я и только живца поставил. Вот, первый окунек. Поздравляю. Можно сказать, обрыбился. Так, наконец-таки ночной Петрович сработал. Сейчас мы проверим. Он еще, наверное, обледеневший. Так и есть. Сначала
делаем зачистку. Потому что теперь делаем зачистку. Мог тут и окунь, конечно, побаловаться. Оп. Есть, есть, идет. Ух ты, как сопротивляется. Хорошая, о, хорошая кобылка. Ну такой кобыленыш. Щука, привет. Маленькая, плотненькая, жирненькая, нагуленная. Сейчас мы ее усыпим. Усыпим. Все. Так, выставляем дальше. Сейчас мы намотаем ее. Так. Так. Раз, два, три, четыре. Отлично. Суета, суета. Жерлица стала одна. И впереди еще одна. Ух ты! А я уж думал сесть окуня погонять. Так, проверочка будет сейчас. Хо-хо. Полная размотка. Опа, есть, есть, друзья. Ой, хорошая, хорошая, хорошая. Ух ты! Как она! Блин, ушла что ли? Ушла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ушла. Пискаря хотела стащить. Хорошая шла. Ну вот и пискарь кому-то понадобился. Раз. Два. Три. Мы обязательно его выловим. На пискаря выловим. Как говорится, главное не расстраиваться. Но у нас еще одна жерлица. Погнали туда. Это что такое? Уехал на полчаса покушать. Один Петрович, второй, третий. Вау! Ничего себе! Вот это приятность какая. А ну-ка давайте порыбачим. Может, все серьезно. Размотано, смотрю. Хорошо. Может, и сидит. Хорошо. Никого. Здесь никого. Раз, два, три, четыре. Пойдемте дальше смотреть. Что у нас тут? Такой хулиган. Это ж интересно, блин. И это размотано. Хотя они вообще не предвещали. Ну, почти тоже размотано. Ну, не до конца. Тоже никого. Ай-яй-яй. Вот это чудеса. И тоже живец на месте. Ха! Вот он кто.
Окунек активизировался. Окунек активизировался. Дай живца. Ну, этот, наверное, уже все. Такой. Ладно, сейчас еще один. Ну, походу, окунь. Хулиганит. Мотает, мотает, мотает. Что-то серьезненькое такое хочет. Видишь, 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 тащит она его. Медленно. Не трожь, не трожь, не трожь. До конца? Она сейчас натяжку. Побежит она сейчас. Она сейчас побежит. Пробуй подсечь. Резко. Есть? Есть. Маленько. Давай, давай. Перехватывай прям руками. Натяжечку держи. Давай, давай, давай. Ох, нифига себе! Вот это да! Офигеть! Окунёк! Ёшкин год, я такого первый раз вижу тут. Я... Обалдеть, вот это окунь, вот это лабух. Видал, какой он хитрый. Обалдеть. Шикардосный трофей. Такого, это, блин, вообще зачет просто. Лапать. Целый. Ну, смотри. Мой сапог даже больше. Хорош, красавчик. Переставил ее, и она теперь себя показала. Ну, посмотрим сейчас, что у нас тут есть. Оп. И никого. Не, есть окунь, походу. Нет, щука, щука, вот такая, вот буквально 2 метра переставил, и это жерлица работать начала, а то прям смотрю, что за такое, ну вот такое, попалась небольшенькая, значит, рыбалка пошла, рыбалочка пошла. Так, отлично. На котлеточки. Пойдет.
дождался. Дождался. Поднятие жерлица. Хорошая щука, трешечка такая, шустро нашла, я думал там побольше размер. Фу. Подошла сюда. Как я соскучился по вам, полдня без вас тишина, как-то скучно стало. То жецами занимаешься, то воду наливаешь для питья. Ну вот щучка подошла. Пока не хочет. Ну, думаю, ладно. Друзья, у нас тут второй раз одна и та же жерлица схватила. Одну вытащила. Надо попытать удачу и вытащить еще раз. Только покрупнее. Крупнее желательно. Ну, размотало, но не очень. Опа, есть. Ух ты. Вот это да. Что-то такое. Ой-ой-ой. Опа. Такая же красоточка. Такая же на 2,5. Фух. Красавица. Живой, не успел. Не успел замучиться. Да, отлично. 11-й раз, что ли, с 11-й поклевки она решила пойматься. Идет. Идет. Тваринка меленькая. На 11-й раз я все-таки выловил тебя. Ну ты проглот. Я тебе скажу, отдай. Черный, да? Черный. Ты глянь, а? С 11-го. О, и живец цел. Конечно. И рыба на месте. Ёшкин кот. Сейчас мне жерлицу сломают. Вот это здесь крокодил дергает. Вот это тут крокодил дергает. Друзья, походу, меня ждет очередная крокодилица. Жерлицу же задавила. Не хочет вообще идти. Ух ты! Матерь Божья!
не хочет в лунку заходить. Не хочет. Ой-ой-ой, что же творится? Это то место. Опять стало поперек. О, пошла, пошла, пошла. Пошла. Ох ты. На закате дня. На закате дня. Красоточка. Да вы мои прелести. Прелести вы мои. Ну такая. Под 7 килограмм. Фух. Вот это да. Потаскал. О, даже пораненная. И хвост у него пораненный. Где-то когда-то сидела. О, зачет. Зачет. А я уже собирался домой ехать. Вот такая. Солнце садится. А у нас жерлички работают. Фух. Как она дергала. Я думал, сломает. И опять на Фишкину. Отлично, выдержала, друзья. Выдержала. Такие удары были. Я пока камеру доставал. Это аж бедолага. Думал, сейчас сломает. Нет, выдержала. Выдержала все эти давления на пасти. Дергала-то хорошо, прилично. У-ху. Там. Там и тут. Это вообще в разных местах. Ну что, оглушим ее. О, так она взяла хорошо. Это вот, это проглотила живца. Его бы вытащить теперь. Его бы теперь вытащить. Он настолько глубоко сидит. Блин, заглотила так, что... И не вытащишь с первого раза. Полез я. Беру ножницы. Вытащил. Немножко крючок погнуло. Но вытащил. Ну вот. Фишка уже у нас сработала. Две щучки хорошие достала. Прям шикардос. Просто. Ну это же... Вот это щучки. Я понимаю. Одно приятное удовольствие. Половиться. Не всегда здесь так клюет. Можно сказать, никогда. Но когда я приезжаю... Тут клюет всегда. Хорошо поработал. Ну теперь все. Да. Теперь можно ехать отдыхать до завтра. Может, ночью выйду. Блин, у меня шапка уже вся дубовая. Как я не знаю кто. О! Пошли. Красотка.